В Риу главы Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт. Он осмотрел ряд социально значимых объектов, встретился с руководством города и возложил цветы на мемориальном комплексе «Холм героев». Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Это первая официальная рабочая поездка Сергея Меликова в Хасавюрт в качестве в Риу главы Дагестана. Текстильная фабрика «Лавантель» – крупный промышленный комплекс в Хасавюрте. Сергей Меликов познакомился с его работой и дал свою оценку производству. Хотелось бы, конечно, на сегодняшний день, вот о чем мы сейчас говорили, изучив рынок и потребности, вот такую фабрику и такое производство оставить на уровне конкурентоспособности и на уровне возможности дальнейшего развития. Именно такое производство сегодня нужно развивать. И, конечно, помощь со стороны региональных властей должна заключаться в том, чтобы давать наиболее приемлемые условия, создавать, в том числе наличием земли, наличием инфраструктуры, наличием вот экономической поддержки, особенно на этапе развития этого бизнеса. Мы, думаю, по итогам вот сегодняшней поездки с Батыром Меичем проговорим, может быть, подобные фабрики, я не говорю, что именно такие, да, они будут являться основой развития промышленности Дагестана. Фабрика запустила свое производство более 20 лет назад. Сейчас здесь работает более 100 специалистов. Продукцию реализуют не только в России, но и на территории СНГ. В начале пандемии коронавируса фабрика помогла медучреждениям Дагестана. В период пандемии мы выполняли костюмы противочумные, операционные халаты, комбинезоны. Более 3000 единиц за период 25 рабочих дней. В Рио главы Дагестана также осмотрел городской парк и посетил мемориальный комплекс «Холм героев». Он возложил цветы к вечному огню памяти героев Великой Отечественной войны, а также у памятника медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, Сергей Меликов пообщался с воинами-интернационалистами и провел встречу в администрации Хасавюрта. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Хасавюрт.